За отцом, как за каменной стеной, я могу только радоваться, что всегда чувствовал себя ребенком с ним. То есть бывает такое, когда родители стареют у всех, вот, дети идут вперед, сын приезжает к отцу, отец в огороде, уже и немощный, и все такое. Нет, у нас так не было. У нас отец и косил лучше, и копал лучше, и был более авторитетный, то есть всегда оставался на голову выше. Вот. И мы всегда чувствовали себя мальчишками по сравнению с ним. То есть, конечно же, все, что я имею, то, какой я, это все влияние моего отца, начиная с биологической составляющей гены и кончая всем моим интеллектуальным и эмоциональным багажом. Болел и я коронавирусом, болели мои коллеги, переболели все. Никому не поставили диагноз ковид. И не ставили. Врачи делают большие глаза, когда их просишь об этом. А ведь все признаки, потеря обоняния и так далее. Почему идет сокращение статистических данных? Ну, это очевидно. То есть, может быть, один человек ошибается, может, два. Но когда это повсеместно, и это всем известно. Мы сегодня прощаемся с одним из выдающихся людей нашей республики. Высоко оценивая его вклад в развитие Татарстана, в сохранение традиций, обычаев татарского народа, его языка, культуры, Фандаса Шакировича Сафиуллина. Он умел говорить, убеждать и, конечно, личным примером показывал то, каким он хотел видеть нашу республику. Самодостаточную, инициативную, многонациональную, знаете, такую мирную. И благодаря таким, как он, а таких много было в тот период, первый президент, когда мы учредили пост президента, Шаймиев Митимир Шарипович, парламент тех лет, Верховный Совет, конечно, нашли возможности для того, чтобы и с федеральным центром понимания достигнуть, и учредить и посты президента, и отработать кадровую политику в Республике Татарстан. И сегодня мы пожинаем во многом плоды тех лет. Есть народные герои, они бессмертны. Начиная с Тукая и Кулгали, они национальные герои. В переносном смысле и в прямом смысле. Фаяз Исхаки, Такташ, герои Джалиль и
Фандес Сафиуллин из таких героев, национальных героев. Они бессмертны. Пока живет татарский народ, татарские нации, его имя никогда не забудется.